В Орловском регионе продолжаются дни открытых дверей. На минувшей неделе возобновили работу магазины и салоны красоты. Теперь МФЦ пополнили список. Два месяца ограничений. В прошлом МФЦ оживает и готовится к наплыву посетителей. Препятствий для получения свыше 320 услуг больше нет. Но есть атрибуты жизни по новым правилам. Закупили два медицинских рециркулятора-облучателя, соответственно, на первый этаж и на второй, которые будут работать теперь в учреждении постоянно и дезинфицировать здесь воздух, убивать бактерии. На полу разметка, повсеместно масочный режим, живая очередь, дистанция 1,5 метра, предварительная запись по желанию. Теперь можно прийти в любое удобное время. Уже сейчас в центре на улице Ленина в Орле принимают по 800 человек в день. Вот пришли тут запросто. Очень удачно, очень хорошо. А теперь прям напрямую очень хорошо. Вопросы быстро решаются по записи, все четко получается. И, в общем-то, претензий никаких нет. Все нормально, все хорошо. Вовремя сегодня получил документ, позвонил, сказали, документы готовы, я забрал. Одну документ сейчас решаю, второй вопрос. Уже идет большой поток посетителей, и даже по бизнесу уже приходят, регистрируют, и всех с удовольствием мы ждем. Руководство МФЦ говорит о планах. Услуги центров предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» выйдут за пределы МФЦ. Мы открываем дополнительное окно, которое позволит весь комплекс услуг МФЦ жителям, которые и гражданам приходят за оформлением ипотеки, получать все в одном месте. Будем вести переговоры с Сбербанком. Также в планах открытие окон в торговых центрах города Орла. Заработная плата работников начнет расти, обещает руководство центра. Напомним, в 2019 году невысокий заработок стал причиной увольнения ряда специалистов. Планы по повышению зарплаты на 10% могут стать реальностью в четвертом квартале или в начале будущего года. Наталья Пихтерева, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной».